Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Даугир, фамилия моя Шакирыжан. Одним из признаков того, что вторая каста не пройдена в достаточной мере, является то, что человек не умеет подойти к другому человеку и сказать то, что ему нужно. Это показательный момент. Почему? Потому что вторая каста, она и предназначается для того, чтобы уметь коммутировать с окружающим миром, то бишь социумом, с разными представителями. И нужно уметь найти к ним подход. Вот это суть прохождения этого уровня. И если человек не может подойти и затеять разговор, это говорит о том, что такой человек вторую касту не прошел в должной мере. То есть проскочил. Как можно вот вычислить таких людей? Они говорят так: я к этому человеку не хочу подходить. Ты сам сходи, сам поговори с ним. Ладно? Я пойду к этому человеку, а ты иди вон к тому. И к этому я не смогу подойти, он такой-сякой. Вот это и есть признак, один из признаков того, что вторая каста не пройдена. Человек не может общаться с другими людьми. Это лакуны, это пустоты в его структурах, энергетических структурах. Эта пустота не заполнена. Естественно, никакой речи о том, что такой человек развит на уровне сознания, не может быть и речи, да? То есть там есть серьезные пустоты. И это надо заполнять. Причем это надо делать в каждом воплощении. Люди четвертой касты на уровне брахмана должны это все проходить. И уметь коммутировать, уметь доносить свою мысль – это необходимость, которая вот показывает, что человек достаточно развит, и уровень второй касты им пройден надежно и прочно. Вот один из признаков прохождения второй касты. На этом до свидания, до новых встреч.